Опасно для жизни. В Искателе закрылся единственный на весь округ цех по утилизации люминесцентных и энергосберегающих ламп. А выбрасывать их в обычный мусорный бак категорически запрещено, ведь внутри таких ламп скрываются опасные пары ртути. Для человека этот тяжелый металл ядовит. О причинах закрытия перерабатывающего цеха в следующем сюжете. Люминесцентные лампы всем хороши, и работают дольше, и энергии потребляют меньше. Минус только один – они токсичны. Мусорные ящики такие лампы выбрасывать нельзя, их утилизируют в цеху. Технология проста – в специальной установке лампочку дробят, пары ртути при этом не попадают в атмосферу, а металл собирают и используют заново, в отходы попадает только битое стекло. В регионе такая установка всего одна, да и то уже не работает. А сюда вставляется лампа. Уже расправлены, и, соответственно, идет отсос ртути вот в эту установку. Последний раз на этом приборе лампы утилизировали в апреле месяце. Затем начался этап передачи цеха из компании «Постжилкомсервис» в Искательскую администрацию. Поселковые чиновники решили, теперь переработкой ртутно-содержащих ламп будет заниматься унитарное предприятие «Служба заказчика». Все бы ничего. Но во время переоформления документов выяснилось, установка неисправна. К тому же, чтобы цех продолжил свою работу, необходима специальная лицензия. Коммунальное предприятие, впрочем, не дремлет и активно решает данную проблему. Хозяйственники уже связались с заводом-изготовителем и сейчас ждут приезда специалиста, который отладит установку. Когда мы получим паспорт по экспертизе, действие установки, что она работает в соответствии с законодательством, после этого мы только можем направить документы на лицензирование. Остальные, все, что от нас зависит, остальные все документы, они собраны. Это единственная установка у нас в округе. У нас в округе ни в одной организации больше нигде нет таких установок. Отремонтировать установку и получить на нее лицензию в поселковой службе заказчика намерены в ближайший месяц. Поэтому, если у вас накопились люминесцентные лампы, не торопитесь выбрасывать их в мусорные ящики. Ждать осталось недолго. Уже в августе опасные светильники можно будет смело отнести в специальный перерабатывающий цех. Олег Танзийский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».